Темпер появился не так давно, в 2014 году. Разместился завод на 2,5 гектарах на территории города. Основная специализация – производство стальных шаровых кранов для тепла и газоснабжения. Продукция предназначена для использования на трубопроводах теплоснабжения в ТЭЦ, тепловых сетях, в сфере коммунальных инфраструктур и на объектах газоснабжения. На сегодняшний день продукцию нашу уже знают во всех регионах России, начиная там от Калининграда до Дальнего Востока. Мы работаем с ближним зарубежьем, Казахстан, Белоруссия. Вот буквально в апреле прошли сертификацию по требованиям Евросоюза. Уже есть определенные договоренности работать с нашими соседями из Европы. Производство на предприятии почти полностью высокотехнологично. Основные детали, сварка корпуса и покраска выполняются в автоматическом режиме. Около сотни мастеров, работающих на заводе, лишь отслеживают изготовление деталей и при необходимости вносят поправки. Благодаря этому Темпер может похвастаться низкими издержками и высокой производительностью. За сутки два соседствующих цеха, заготовительный и сборочный, выпускают до 700 устройств. Срок службы продукции при правильном ее использовании может составлять более 30 лет. Руководство отмечает, все сырье приобретается у местных производителей на уральских металлургических предприятиях. Это дает нам возможность давать адекватную, конкурентоспособную цену на продукцию, что для наших покупателей постоянных значительно экономит бюджет. Неясным остается одно – зачем предприятию такие большие площади, если в работе задействована лишь треть? Руководство обещает, в будущем в цехах появятся новые станки. Алексей Старцев, Евгения Волкова, Александр Менщиков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».